Остановка, небольшая пауза. Джозеф Зирафа вбрасывает из-за боковой. Хорошая передача, очень точная, очень в темп. И 1-0. 1-0 Астана. Выходит вперед в нашем матче и забивает Роман Муртазаев. Отличная комбинация и отличнейший последний пас. Максимально точный, максимально в темп. По воздуху. И посмотрите, казахские болельщики здесь. Они повсюду. Перевод направо. Между тем, Томасов неплохо выходит. Томасов 2-0 нужно делать. Да. Марин Томасов увеличивает преимущество. Самый куражный игрок Астаны. Сколько голов он забил за последнее время, не сосчитать. И хец заметно. Можно даже сказать, ведущих игроков от Анжи 2015-2016 годов. Подача с правого фланга. Между тем, удар головой. Великолепный удар Романа Муртазаева. И Астана увеличивает преимущество до 3-0. Роман Муртазаев. В британском стиле послал мяч головой прямо в уголок ворот. Ну что, наверное, после этой атаки уже будем подводить итоги сегодняшнего матча. Итоги того, что мы увидели. Пока вот Муртазаев. Вокруг Астане неплохо получается. Прострел. Можно забивать. 4-0. 4-0 забивает Марин Томасов. Опять он главный герой в нападении. Опять Томасов забивает за низких человек.